Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Мы тут при помощи Сергея Петровского делаем презентацию. Зритель «Русской Америки» позвонил мне и предложил свою помощь в создании презентации бизнеса субаренде квартир в Нью-Йорке и Майами. Тут вот сейчас мы как раз с ним планерку проводили. Я сказал добавить Майами, потому что немножко рассказано про Майами, но не показана информация. Поэтому сейчас будет тут еще и Майами. Вот наши квартиры. Ну, это, конечно, не все. Здесь рассказано о средних ценах в Манхэттене. Вот смотрите, средняя цена $255 квартиры, которые сдаются в Манхэттене. Здесь рассказано о том, какие инструменты рекламы мы используем, маркетинга. Я сказал, чтобы добавили сюда еще двух наших партнеров, TripAdvisor и Hotel.com. Здесь они будут в списке, также это будет кликабельно, то есть нужно будет нажать, перейти на их сайт. Ну вот тут мы сейчас как раз проводили планерку по бизнес-плану и по переменным постоянным расходам. Здесь как раз показана окупаемость, прибыль как распределяется. Ну это он мне уже тут задания дает определенные, которые нужно сделать, потому что мы хотим этот проект на одном сайте разместить. Посмотрим, где инвесторы собраны, посмотрим, как это будет работать. В общем, вот такая вот презентация. И на нашем сайте тоже это будет презентация размещена, как только мы закончим окончательно бизнес-план, доделываем. То есть тот бизнес-план, который изначально я предлагал инвесторам, он был все-таки перспективный, потому что не было еще квартир в Нью-Йорке. Но я говорю о бизнес-плане, который был представлен тогда, в том еще году, в 2015. Вот сейчас, в этом году, мы уже можем точные цифры видеть и по какой-либо из квартир. Ну, это понятно, что одна из квартир, если 2500, значит 2500 она стоит. Если квартира стоит 2000 ренту, цифры будут немножко другие. То есть вот ориентировочно для одной квартиры это сделано, но цифры уже почти 100% те, которые на самом деле. Потому что, конечно, бывают все равно какие-то плавающие моменты. Ну, например, там электричество. Оно может в этом месяце быть 90, а в другом месяце быть 100. То есть это все предугадать невозможно, но уже он очень-очень-очень приближен к истине, то, что происходит сейчас на самом деле. Поэтому он будет на нашем сайте и на вот этом сайте CIMEX, куда мы его поместим. Вот такая вот информация по нашим квартирам.